Перед просмотром данного видео рекомендую вам универсального дизайнера. Подберет лучшее оформление по вашим желаниям. Ссылка на его профиль ВКонтакте в описании под видео. Здорово-здорово всем! Сегодня хотелось бы поговорить про фарм на пещере Паукана, который находится в квадрате L2.1. Ребят, хотелось бы попросить подписаться на канал и написать четкий комментарий. Для вас это же пустяки, а для меня очень важно. Спасибо! Фармить будем языки бляков и кости брутеров. Сразу предупрежу, ПКшников и подсосников там полно, так что запасись терпением. Главное, не забудь взять как можно больше аптечек, их ты можешь оставить в пещере бандитов, чтобы не растерять все. Фармить лучше с другом, одному сложно. Идти в это место лучше с утра или ночью, конкуренции не будет или будет, но минимальная. Ах да, чуть не забыл, наша группировка SCP Foundation приглашает в свои ряды как опытных сталкеров, так и новичков зоны. Фарм, квесты, захваты, ивенты и всяческая помощь с окланом. Кто ищет хорошую компанию, добро пожаловать. Вся информация в описании под видео. Патронов советую брать очень много, но если даже они и закончатся, можете купить их неподалеку в пещере бандитов. Только аккуратнее с репутацией, если она будет минус 1000, то бандиты будут стрелять по тебе. Проверь это дело заранее. По моему мнению, автоматическое оружие, наиболее подходящее для фарма там, это АКСУ, АК-73, МСТ, АКМ и так далее. И дробовики, сайга и другие. Желательно прикупить шлем на голову и простой бронежилет. Говорят, наушники помогают от оглушения, не проверял, не знаю. Но думаю, в скором времени можно будет это дело протестить. Ну и все, в общем, бегаем и гриндим, насколько хватит терпения и запасов. Я с товарищем пробыл там около 1,5 часов. За это время мы набрали кости брутеров и языки глупых бляков. Кости у меня не все, в основном фармил их мой друг. Я же делал упор на языки. Теперь разберем сбыт собранного. Кости брутер можно продавать гурману, получать деньги и очки торговли. На очки торговли можно покупать фляги ВДВ и продавать их с доски. Также кости можно делить по 10 и 15 штук в стаке и продавать их с доски, они требуются на квесты. Языки глупых бляков продаем на доске по 10 и 30 штук в стаке, требуются также на квесты. Ребят, надеюсь, помог. Подписывайся на канал, пиши комментарий. Чтобы не пропускать видео, нажимай колокольчик. До скорых, пока!